Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить вкуснейший торт-мороженое тирамису. Готовится торт легко и просто. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт-мороженое размером 18 на 18 см, высотой 5 см и весом 1 кг. Давайте приготовим. Заварим крепкий кофе. Я в 30 мл кипятка всыпаю 2,5 чайной ложки растворимого кофе. Если вы любители сладкого, то можно добавить в кофе сахар. В кофе выливаем 50 мл сливок жирностью 30-35%. Перемешиваем, это будет пропитка для печенья. Переливаем пропитку в тарелку и подготовим основу для торта. Я готовлю торт размером 18 на 18 см. Чтобы торт был удобнее вынуть из формы, я дно формы застилаю пергаментной бумагой. Для основы мы используем бисквитное печенье Савоярди. Пропитываем печенье в пропитке. Даем пропитке стечь и выкладываем в один ряд на дно формы. Для того, чтобы торт был удобнее вынуть из формы, я края закрываю тефлоновой лентой. Вместо тефлоновой ленты можно использовать ацетатную пленку или пергаментную бумагу. Убираем основу в холодильник и приготовим сырное мороженое. В чистый сухой холодный чашек взобьем 250 граммов охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на минимальных оборотах миксера. Когда сливки начинают пениться, постепенно увеличивая обороты миксера до максимальных, взбиваем сливки до воздушного состояния. Взбиваем сливки до мягких пиков. 200 граммов сливочного сыра маскарпоне добавляем 160 граммов сгущенного молока. Если вы любители сладкого, то можно взять больше сгущенного молока, например, 180 или 200 граммов. Перемешиваем на небольших оборотах миксера до однородного состояния. Сырная масса должна стать однородной и воздушной. В два этапа перекладываем сырную массу во взбитые сливки. И на небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Сырное мороженое готово, перекладываем его на печенье и равномерно разравниваем. Так как моя форма немного большего размера, чем торт, я положила фольгу между лентой и формой. Положила для того, чтобы торт был ровным. Специально фольгу форму класть не надо. Убираем торт в морозильную камеру до полного застывания примерно на 5 часов. Время замораживания зависит от мощности вашей морозильной камеры. Готовое мороженое освобождаем от формы и пергаментной бумаги. Перекладываем на доску и убираем ленту. Сухим теплым ножом разрезаем торт на порционные кусочки. Чтобы торт был удобнее разрезать, его надо достать из морозильной камеры заранее, примерно за 10-20 минут до подачи на стол, в зависимости от того, какая у вас температура в помещении. Сверху торт посыпаем просеянным какао. Перекладываем на тарелку и подаем к столу. Большим плюсом данного торта-мороженого тирамису является то, что его можно приготовить заранее и в любой момент побаловать вкусным десертом себя и своих близких. Если вам понравился рецепт, то поделитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!